Добрый день. Вы меня видите? А я вас не вижу. Мне нужен контакт. Нам нужна общая связь для того, чтобы отправиться в путешествие. Поэтому я предлагаю вам для начала, прежде чем отправиться всем вместе в одно путешествие, давайте найдем что-то общее, что нас всех объединяет. У кого есть мобильный телефон? Отлично, смотрите, мы стали уже друг к другу ближе. Кто сегодня утром чистил зубы? Кто ночевал у себя дома? Отлично. Я, возможно, видел на ваших глазах, на ваши руки я вижу. Итак, вы почувствовали, мы стали с вами ближе к родине. Как вы думаете, что еще нас всех вместе с вами меня и вас объединяет? Wellness, хорошо. Еще что? Путешествие. Любители путешествия. Но я вам скажу такую, на первый взгляд, не очень приятную, но объединяющую нас эмоцию. Скажите, кто боится потерять свой мобильный телефон? Вот, нас всех с вами объединяет одно удивительное чувство, которое нам не всегда комфортно, и оно называется страх. Согласны? Отлично. Итак, что явилось причиной моего путешествия? Причиной моего путешествия явился страх. Я думаю, что причинами ваших путешествий и перемещений по жизни тоже является страх. Кто со мной согласен? Не все. Хорошо. Возможно, к окончанию моего выступления все остальные тоже со мной согласятся. Итак, отправляемся в путешествие. По образованию я психолог и провожу тренинги и консультации. В какой-то момент, проводя тренинги и консультации, я заметил, что по окончанию, по прошествии того, как люди проходят тренинги и консультации у меня, у них есть какой-то результат. А время проходит, и результат начинает немножечко откатываться назад. Например, если человек после тренинга сделал 3 шага вперед, то по прошествии месяца, 2-полугода, он 2 шага все равно делает назад. Результат не закрепляется. Я задался вопросом, что мешает всем нам оставаться на достигнутом результате. Проведя опросы, сделав свою статистику, я пришел к выводу, что всем нам мешает наш страх. Страх является для всех нас тормозом по жизни. Запомните это выражение «тормоз», потому что в конце, возможно, это определение изменится. Итак, для того, чтобы теперь помочь тем, кто приходит ко мне на тренинги, приходит ко мне на консультации, работать со страхом, мне нужно было, прежде всего, для самого себя понять, как работать со страхом. Да, у меня есть образование, да, у меня есть куча различных переквалификаций, но я задался вопросом, а есть ли у меня тот опыт, из которого я могу сказать, да, я столько всего побоялся. И я решил провести эксперимент. Эксперимент по изучению страха. Как мы можем провести эксперимент? Ну, представьте, мы сейчас все в зале с вами договоримся, что будем проводить эксперимент по исследованию страха. Для этого нам необходимо начать бояться. Если я вам сейчас скажу, ух, вы напугались? Не очень. А если мы сейчас с вами определим, что вот через какое-то время вот эта дверь, возможно, откроется, и в нее зайдет дикий зверь, ну, например, разъяренный тигр. Какова вероятность, что это произойдет? Примерно такая же, как ваше испытание страха, когда я говорю «бу». Поэтому эксперимент необходимо создать. И эксперимент даже предполагает наличие каких-то условий. Пришел сделать еще одну статистику, и из этой статистики следовало, что все мы имеем некоторые защитные инструменты в жизни, некоторые условия, которые помогают нам защищаться от страха. Как вы думаете, какие они?
Ваш вариант? Бежать. Бежать? Убежать. Да, ну хорошая защитная реакция. Раз, говорите, бежать. Отлично, хорошо. Еще есть вариант? Преодолеть. Хорошо. Давайте я расскажу про ту статистику, которая получилась у меня. Итак, первая защита и первый такой очень фактор важный, который нас защищает, это деньги. Согласны? Не очень. Удивительно. Сейчас воюют люди с корзиночками, и вы сложите в эти корзиночки все свои карточки, наличные, кошельки. Готовы? Хорошо, тогда просто представьте, что у вас нет денег. Как вы доберетесь до дома? Как вы заправите свой автомобиль? Что вы будете есть? Не страшно? А если представить, что денег не будет ни завтра, ни послезавтра, ни неделю, ни месяц, год? Страшно? Вот. И все-таки, значит, деньги являются защитой для нас от нашего страха. Итак, первое условие моего эксперимента – это необходимость убрать из жизни деньги для того, чтобы пережить на себе вот это состояние страха. Страшно, сказал я себе, но подумал, ну ладно, не будет у меня денег, что я сделаю? Я пойду общаться с людьми. Второе, что нас защищает от страха – это возможность общаться, возможность коммуникации. Как убрать коммуникацию? С деньгами проще, да? Убрали деньги, убрали карточки, все, нет ничего. Как убрать коммуникацию, когда вокруг столько людей? Убрать коммуникацию можно только одним способом. По крайней мере, который я нашел. Это отправиться туда, где я не могу разговаривать с людьми на одном языке. Значит, нужно пойти в какие-то за границы, отправиться в те страны, языка которых я не знаю. Итак, два условия у меня уже есть. Это деньги, это коммуникация. Это то, что нужно убрать. Что еще нас защищает с вами? Третьим пунктом в моей статистике были вещи. Наличие большого количества вещей. Да? Пошел дождь, мы с вами открыли зонтик. Надо нам порезать хлеб, мы достаем нож. Стало холодно, мы одели шубу. Вещи тоже защищают нас от страха. И четвертое – это наша плановость. Кто знает, где он будет сегодня ночевать? Отлично. Понятно, значит, есть те, кто не знает, где он будет сегодня ночевать. Хорошо, если у вас есть выбор, а если вы вообще не знаете, где ночевать, вот это становится быть страшным. Итак, плавность и маршрутность. Что под этим подразумевается? Мы знаем, где мы проснемся, где мы будем ночевать, куда мы пойдем на обед, с кем мы пойдем куда, с кем мы пойдем в кино. Да? Как мы проводим субботний вечер, куда мы едем в отпуск, все у нас запланировано. А если убрать эту плавность? Страшно? Тишина. Все смелые документы собрались. Отлично. Итак, теперь отправляемся в путешествие. У меня была задача изучить природу страха. И у меня было 4 условия для выполнения этой задачи. Убрать деньги, убрать коммуникацию, убрать вещи и убрать план и маршрут. Итак, я убрал деньги, я убрал карточки. Я поставил жесткое условие не просить денег, в какой-то ситуации и какие бы условия не сложились. И еще более жесткое условие, отправляясь в путешествие, которое я поставил, это то, что не при каких условиях я не могу подрабатывать. Все. Понимаете, денег нет вообще никак. Они не могут прийти. Откуда они еще могут прийти? На тот момент было непонятно, откуда могут прийти еще деньги. Деньги убрал. Коммуникация. Я отправился с востока на запад, чтобы двигаться дальше через разные страны и чтобы как можно больше пройти тех стран, где языки мне вообще неведомы. Все, никак не договоришься. Денег нет, не договоришься,
Более того, еще и нет вещей. У меня с собой был такой маленький рюкзачок, в котором лежала вторая пара сменной одежды, на мне были одеты брюки, футболка, на ногах были кроссовки, в рюкзаке лежали тапочки, сланцы. Все, из роскоши был фотоаппарат и спальня. Наступит зима, пойдет дождь, станет темно, нужно порезать хлеб. Этих вещей у меня не было. И четвертое, было самое сложное понять, как сделать так, чтобы жить без маршрута и без плана. Я обошелся следующим образом. Я не составлял план, в какие страны я попаду. Я не простраивал маршруты, не подписывал списки, какие достопримечательности я хочу посмотреть. Все, что у меня было, это точка старта и точка финиша. Я стартовал из Омска, и моя задача была вернуться в Омск. Сколько это займет времени, не важно. Как я буду двигаться по перемойку, а по косой, вот так вот волнами, это тоже было не важно. Была точка старта и точка финиша. Итак, как вы думаете, вот если бы вас сейчас поставить в такие условия, забрать деньги, отправить за границу, чтобы я вот не сказал в тот момент, почему было страшно с коммуникацией. На тот момент я знал только русский язык. Английский я когда-то учил в университете, благополучно его забыл. Английский вообще никогда не учил. Поэтому вероятность как-то на других языках говорить у меня была равна нулю. А? Да, документ был, паспорт был. Да, это была тоже разница. Знаете, все правила есть исключения, поэтому был паспорт. Итак. Вот при этих четырех условиях я еще не отправился. Вот все, я завтра стартую. Как вы думаете, когда появился страх такой, что вот прям вообще аж там пота? Вечером. Так. Вы знали, да? На самом деле это было. Вечером накануне. Я открыл компьютер и записал сообщение. Завтра выдвигаюсь, и как только я нажал на кнопочку, и сообщение ушло на всеобщее обозрение, вот здесь появился страх. Как у нас проявляется в нас с вами страх, да? У нас сразу начинает повышаться сердцебиение, у нас сбивается дыхание, у нас напрягаются плечи, мы вот так начинаем все сжиматься, в голове возникают мысли, ой, куда-то спрятаться, куда-то сбежать. Вот этот процесс начинает происходить. А дальше помните, что происходит, когда вы чего-то боитесь. Ну, например, вы решили завтра начать утром бегать. Утром проснулись, в голове что? Дождик идет. Ну, можно не бежать, дождик идет. С кем хотели бежать, с подругой, подругой не позволила. Сегодня точно не тот день, не надо бежать, да? То есть у нас ум начинает транслировать нам массу. Когда я почувствовал вот это состояние страха, я думаю, все, что я наделал, зачем мне это надо? И почему вообще завтра? А завтра было 12 июля. Я подумал, завтра не понедельник, это был четверг, это не первое число, не начало месяца, не начало года, никакого уникального события нет. Можно не отправляться завтра? Да. Я отправлюсь в исследование страха, но не завтра. Кому-то знакомо такое состояние? Видите, как мы с вами все едины, похожи в наших проявлениях в жизни. В этот момент мне звонит мой друг и говорит: «Саша, привет! Поздравляю, с чем поздравляешь? Ты завтра отправляешься в путь». Я говорю: «Нет, Слава, завтра не отправляешься. Как не отправляешься? Там же написано, ты что, не будешь заниматься сегодня?» Буду. Ну не завтра. Я буду заниматься следующим. Ну не завтра. Не понял. Он мне говорит, не понял. Я говорю, ну, понимаешь, завтра не первый, не понедельник. Мне нужно съездить еще сюда, туда-сюда. Вот нужно это сделать. Он говорит, и я тебя понял. Стоп. Давай сделаем следующее. Я завтра приеду за тобой. И мы поедем за город и посмотрим. Место, откуда ты будешь стартовать. Я говорю, подожди, я никуда не еду завтра. Он говорит,
Мы просто посмотрим место, откуда ты стартуешь. Я такой, вот хорошо, он говорит, сделай фотографию, ты такой герой, стоишь на обочине, классно? Классно. Он приезжает на следующее утро, мы едем до поста горе, по Тюкалинскому тракту, за пост горе заезжаем, еще где-то 30 км, находим место, где есть карман такой с дороги, выходим, останавливается, мы выходим. Он говорит, хорошее место, я говорю, супер, машина мне сюда съедет, чтобы меня подобрать. Он говорит, ну сделай фотографию, делай. Я встаю, поднимаю руку, он меня фотографирует, где-то в интернете есть эта фотография, где я в красной футболке, такой герой, крепочек стоит. И он мне говорит, ну вот, почувствуй, как это будет, когда ты будешь стартовать. Я хорошо примеряюсь к данному месту. В какой-то момент, когда я оборачиваюсь, я вижу, как мой друг, вернее, его машина, скрывается в сторону города, уезжает. Это было круто, почувствовали себя на этом месте. Теперь, конечно, знаем, для чего нам нужны друзья. Они отправляют нас всегда на великие подвиги. Благодаря ему я двинулся в путь. Как вы думаете, следующий страх, когда мы появился? Когда машина становится. Да нет. Вы знаете, самое интересное, что страхи, они как каждый раз, мне казалось, не проходят. И все, я уже такой страшный, и тут же появлялся новый страх. Следующий страх появился, когда нужно было тормозить машину. Нужно было как-то поднять руку. Нужно было как-то настроиться. И каждый раз, когда я поднимал руку, происходила та же история, как и с отговорками ума, как и в моменте, когда нужно было стартовать. Так, эта машина, нет, не буду понимать, эта машина не того цвета, а эта машина грязная. Ой, здесь водитель какой-то хмурый. Так, это не нравится мне машина. Так, ладно, три машины прокушу, потом буду руку поднимать. Первая машина. Нет машины. Ой, хорошо, нет машины. Вторая. Следующая, третья, следующая. Ладно, третью тоже пропускаем. Так, все. Не буду тормозить легковые, буду тормозить грузовые. Грузовые, мы едем грузовые, хорошо, едем грузовые. Да. Грузовая, а не буду первую грузовую тормозить, буду третью грузовую тормозить. В итоге все закончилось тем, что я понял, что если я буду дальше продолжать пребывать в этом состоянии мандража, я никогда не уеду. Я закрыл глаза, знаете, какой классный способ? В детстве мы с вами так делали, забирались на одеяло, и все случалось очень классно. Так вот, вместо одеяла я просто закрыл глаза и поднял вот так руку. О чудо, машина остановилась. Когда после этой машины остановилась еще вторая, третья, через 200 километров, через 100, еще через 100, я понял, что я уже не боюсь останавливать машины. Почему? Потому что я знал, что они останавливаются. Итак, страх на самом деле возникает тогда, когда мы в той или иной ситуации не знаем алгоритма решения. Как только этот алгоритм формируется, нам уже становится не страшно. Ну, так немножко где-то можно потревожиться, но мы знаем, что все решится. Поэтому страх никуда не денется от нас. Даже если вы отправитесь после нашей встречи в кругосветку, на моих условиях, да? Вы вернетесь и поймете, что страх будет каждый раз появляться, как только вы будете попадать в ситуацию, в которой вы не знаете решения. Это новость хорошая, потому что по факту окончания своего путешествия я понял, что страх на самом деле не тормоз, как я думал вначале, это он тормоз. А страх по факту окончания моего путешествия – это двигатель наш. Газ, тормоз и газ, да? И страх может быть одновременно и тормозом, и газом. Разница лишь в том, что мы выбираем. Выбираем ли двигаться и оставаться на месте, или выбираем двигаться. Согласны? Хорошо. Итак, смотрите, моя задача в этом путешествии была изучить страх. Но на самом деле путешествие давало мне гораздо больше. Мир, Вселенная подарили мне удивительную, уникальную такую возможность пройти через трансформацию самого себя. Потому что я думал, что отправляюсь,
что я провожу эксперимент, и я отправляю себе часть страха. На самом деле мир путешествовал мной, и мир трансформировал меня. И по окончанию путешествия появилось в моем арсенале 5 законов пути. И хорошая новость, эти 5 законов пути, они работают, даже если вы никуда не отправляетесь, даже если мы остаетесь жить в стационарном мире. Делюсь с вами этими законами. Первый закон, который мне открыл путь, это закон, звучит следующим образом. Иди своим путем. Иди своим путем, это значит, что мы делаем то, что нас вдохновляет, что нам нравится, что нас уражает, что у нас лучше всего получается. И не важно, что это, выращивать помидоры на окне, вязать крючком или путешествовать вокруг света. Важно, что это наш путь. И когда мы двигаемся своим путем, то мир просто дорогу нам выстилает. Потому что мой путь, как путешествовал я целый год, объехал, прошел, проплыл вокруг света за один год. Преодолел все меридианы, дважды экватор, посетил более 60 стран, сотни городов, тысячи людей встретил. И вот если бы это был не мой путь, то мне бы ого-го не поздоровилось, да я бы, наверное, через 100 километров уже вернулся обратно. Но это был мой путь, это была моя задача в жизни, и поэтому все складывалось очень и очень благоприятно. Я встречал хороших людей, только хороших. Я, как только выходил на дорогу, сразу же машина где-то моя выходила, как только я попадал на берег океана, тут же мой корабль прикрывал. В общем, все было очень-очень здорово. Итак, первый закон – иди своим путем. Второй закон, который подарил мне мир, он звучит следующим образом. Доверяй миру. Мы все слышали, и я тоже до своего путешествия слышал, что сразу доверяй миру, доверяй. Но когда ты сталкиваешься прямо с этим фактом, то это доверие начинает вливаться. Доверять миру – это значит быть вот таким открытым на мир, возьми меня, делай то, что должно случиться. На своем пути были ситуации, для примера вам приведу, что значит доверять миру. Когда я садился в машину и двигался в ту вроде сторону, и тут машина резко разворачивалась и уезжала в другую сторону. Или уезжал куда-то в темный лес, поворачивал. Возникал страх, я думал, но доверять миру, хорошо, значит, мне для чего-то надо. И доверие окупалось сотни тысяч раз. Например, конкретный пример, да, разворачивается. Я сажусь, водитель что-то говорит на иностранном языке, я не понимаю, он меня не понимает. Кто-то разворачивается и едет в обратном направлении. Мы приезжаем в его деревню, он меня как экзотику показывает своим родственникам, соседям, друзьям. Потом я говорю, ну ладно, хорошо, увез меня обратно, мне туда, мне на запад. И в этот момент к ним приезжает родственник на машине, который едет в попутном теперь мне направлении, в западном, и заезжает по дороге еще в разные экзотические места. Мы посмотрели с ним пещеры, горы, в какие-то музеи заезжали. И мы с ним проехали вместе 1300 километров. 30 километров назад на доверии дали мне 1300 вперед. Итак, доверяем миру. Третий закон звучит еще проще, и вы тоже про него знаете. Будь благодарен. Но я добавил еще два третье слово. Будь благодарен наперед. Наперед, это значит, что тебя этого еще нет, а ты уже за это благодарен. В своем путешествии я в какой-то момент заметил, что я утром просыпаюсь и начинаю посылать уже заранее. Вот, слава Богу, да, спасибо солнцу,